Всем привет, друзья! Сегодня хочу вам предоставить обзор немецкой пехоты 39-42 года в 35-м масштабе. Хочу выразить благодарность компании ICM Москва за предоставленную модель для обзора. Модель у нас под номером 35-639. Каталожный номер, кто будет искать. Так, первое, что у нас это красочный, многоцветный, красивый, глянцевый бокс-арт. Очень приятно. Далее у нас коробка из плотного картона, крепкого плотного картона. В коробке у нас два литника, инструкция. Инструкция выполнена у нас в виде двух листов, вот так вот, формата А4, с двухсторонней печатью, глянцевые листы. Один лист у нас со сборкой пехоты, сборка, окраска. Второй у нас лист, сборка, окраска оружия немецкого. Также у нас на инструкциях даны цвета для окраски в палитре красок Revel и Tamiya. Так. В конце видео будет фотографии данных инструкций. Кто захочет, можете посмотреть более детально. В инструкциях там все понятно и довольно-таки подробно показано. У нас один пакетик. В пакетике у нас три литника. Третий литник, это самый маленький, это у нас даны ленты пулемета. Очень приятно, не надо будет что-то искать, каких-то материалов для создания этих лент, красиво сделаны. Далее у нас литник с солдатами. В наборе у нас 4 солдата. Один офицер получается. Да, один офицер и 2, 3 солдата. Один получается не пулеметчик. Так, ну что, начнем с детализации. Лица. На фотографии будет более подробно сфотографировано. Лица пролиты довольно-таки качественно. Понравилось. Так. Имеется небольшой стык пресс-формы. Здесь на руке. Далее, тут у нас руки. Пальцы хорошо пролиты, от них видно. Так, дальше у нас. Вроде больше ничего. Облоя и недоливов нет. Далее у нас литник с оружием. Вооружением и обмундированием. Так, пулемет, ружье, автомат. Так. Так, тут все у нас хорошо, стыков пресс-форм нету. Так. Обои нету, все замечательно. Ну что могу сказать про данный набор. Данный набор очень хороший, рекомендую его для приобретения. Никаких проблем с ним не возникнет, ни при сборке, ни при окраске. Всем спасибо за внимание, ожидайте наших следующих обзоров.